Открыли фестиваль выступления народных коллективов города. Для гостей устроили розыгрыши и дегустации. Мы каждый год приходим на выставку. Это очень нравится, когда ее устраивают. Так красочно, ярко, интересно взрослым и детям. Все сорта меда люблю, все. И наши местные, вот национального парка, алтайские, альпийские. В общем, очень хочу белый мед, очень любит моя семья. Цены на ярмарке более чем приемлемые, уверяют предприниматели. А для желающих подкрепиться прямо здесь, под открытым небом, работают кафе. Выставка продлится до воскресенья.